Да, написано, как я залагаю и уроню флаг. Вова шахматист аплодирует не стоя. Это этот, Михайловский. Я знаю. Шах. И как мы это назовем? Я думаю, что никак, да? Дебют никак. Отличное название. Да нет, я имею в виду ролик, потому что он нафиг никому не сдался. Матч Гальперин Петров. Не знаю. Да, вот это абсолютно никому не интересно, я тебе скажу про секрет. Я понимаю. Такой сообразительный 11-летний молодой человек. Вообще до 10-летний. Даже так. Да. Кирилл, да ты записываешь или нет? Записываю. Тогда мои слова выйдешь. Почему? Просто. У нас вообще так веселая позиция с тобой. Значит, просто. Апогей веселости. Угу. Просто. Жертвы летят направо и налево. Я бы F4 пошел с надеждой поймать ферзя. Господи. Ну я тебе скажу, что твои надежды очень тупые, и после конь G5 надо сдаться. Суровый мальчик. Да, что я могу еще сказать. После конь G5 нужно сдаться. Поэтому F4 просто. Ну конь F6, и что страшного случилось? А то, что я не хочу мат получить, вариант. Как-то меня смущает эта перспектива, знаешь. Да, она такая отличная, что она его смущает. Я пытаюсь хоть немножко в нас позицию придать веселости какой-то. А Никита в упор не хочет придавать веселость. Зачем мне веселость? Я скучный, нудный. Ну ты вон кривой. Знаешь, на самом деле самое главное это признавать, Никит. Да. Ну ты и нудный. Знаешь, вот допустим, как вот алкоголики там собираются. Да, да. Я алкоголик. Да, я там Сергей, я алкоголик. Там. И всех, и аплодисменты. Вот то же самое. Я Никита, я нудный шматец. Да. Где мои аплодисменты? Только не пойму. Вот, пожалуйста. А мне аплодисменты нет. Получил свой аплодисмент? Я Платон, я Флагоруб. А почему побить на C4? А. От белых, потому что... Так. Маленькая незадача. Вообще белых-то лучше позиция на самом деле. А в чем проблема на B3 вот эти? Да ни в чем. Платон думает, что-то там считает, наверное. Деньги. D6. Деньги считает. Конь C1, тонко. Я тонко загинаюсь, смотрите все. 32 пункта на счету. Ноль. 32 пункта, я без рейтинга кидал. Я чувствовал неладное. Интуиция. Так там же ладья бы все загнулся, нет? Ну да. А там было нечего делать. Камбэк будет? Нет. И с таким соперником. Ты так сказал, нет. Как-то ад пешечка опасная. Какая опасная. Очень, очень опасная пешечка. Да. D6 оземнул. Угу. Продолжай. Что давай.
Я вызвал. Давай я буду вызывать, потому что я твои вызовы не видно. Да, хорошо. Люк. Чтобы я рейтинговый поставил или нет? А, нет, без рейтинга. Не-не. Международный мастер загнулся. Перворазрядник. Обратите внимание, перворазрядник все еще. И тут сразу начались какие-то дебютные новинки, там, конь D2. Дебютная новинка. Для вариант, который играли миллиард раз. Дебютная новинка. Да. Миллиард не миллиард, но несколько сотен тысяч. Наверное, играли. Стоп, так можно же было эту заманушку устроить на коне. Чё? Ну там слон H7 был в конце вариант. Если бить на D4 ферзём. Я немного теряюсь о чем ты, ну ладно. Я тоже, если честно. Ну, в каком-то моменте слон стоял на D3, конь стоял на D4. И можно было ферзём побить на D4 в Платона, но там слон H7. Хорошо. Я все равно не знаю, о чем ты, но... Я тоже, если честно. Почему нельзя сейчас побить ферзя и побить пешку на E5? Потому что будет скрытый удар, и мне будет... Больно? Ну, так, чуть-чуть болезненно, скажем так. А это не болезненно? Ой. Бобо. Бо-бо-бо. Оценка Адельфи минус 7. Давай. 0-2. 64 пункта. Слушай, я чувствовал неладное сразу. Оценил, Кирилл? Пульсар пишет, вы уверены, что Платон играет сам? Абсолютно. Какой пульсар? Да, какой-то пульсар. Из группы. А. Я не понял, ты чё, видеотрансляцию делаешь? Нет. Не знаю, откуда он вообще знает? Ну, он мне в личные сообщения пишет. А, он типа чест-питон он? Чё? Он чест-питон, что ли? Кто он? Чест-питон. Не понял. Чест-питон он? Господи. Я не могу понять это слово. Я тоже не могу. Ну вот, нас наблюдает чест-питон, это он? Владимир Пульсар. А, вот он. Я здесь вижу какой-то бульсар. Что там уже, 0-2 по счету или 0-3? 0-2. 0-2 еще. Да не, ну, я думаю, что надо заканчивать уже. Играться. Выиграть хоть одну партию. Слон А3. Это же жестко, да. А Платон сейчас накатит пешечки. Я, конечно, не понимаю, причем здесь накатит пешечки, но да-то ладно. G4 не хочется пойти. Это в данной позиции это не сильно уместно. Хочу. Что он сказал? Ладно. Ну, ладно, вперед. Ну вы что, когда догнетесь-то уже? Я смотрю варианты и вижу что-то неладное. Ну ладно. Шах, 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 шах. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну какая-то рубивала. Никит, ты знаешь, что сейчас должен сейчас сделать? Да. Ну, я должен сдать материал. Да. Ну я это вижу. Чё? Приступай. К реализации. Я, если честно, даже пошел конь слон c5, видел бы 6, конечно, не считал просто. Если честно, я даже не видел хода слон c3, я сейчас считаю, что это достой.
А ты намеренно шел на какие-то позиции? Ну да. Я думал, что здесь что-то лучше есть, чем то, что я сыграл, если честно. Может быть, оно и было, на самом деле. Просто не смог посчитать. Да оно и было, по-моему. Думаешь, какой ход? Ну давай вот после партии посмотрим. Хорошо. Стоп, а F5 не был удар? У черных. Сейчас мы доиграем и посмотрим. Нет, F5 не было. Ну, в смысле, было, но слишком опасно с таким королем. Не, ну я не знаю, может компьютер говорит, что нормально, но. Я, ну, компьютер не говорил F5 вообще. Боль. У черных боль. Какая да боль? Это у меня боль. Поэтому такая боль. У черных одна боль. Головная, Платон. От 11-летних молодых людей. Короче, да. Что я здесь намудрил? А вот мне просто ну, там должно быть что-то.